Биокатализатор топлива MPG – это органический продукт, включающий в себя 100% активных ингредиентов без растворителей и наполнителей. Он предназначен для использования в моторах легковых грузовых автомобилей, мотоциклов, моторных лодок и катеров, генераторов и бензопил. Действует в любом двигателе внутреннего сгорания, работающем на жидком топливе. Органический катализатор. Здесь нет химии, совершенно нет химии. Это вытяжки из растений, это вытяжки из нефти. И она делает так. Вот, добавляется в микродозах всего 1 мл на 10 литров топлива и делает так, что топливо сгорает все полностью. За счет этого увеличивается мощность, меньше давится на педаль газа, появляется экономия. Здесь математика очень простая. Самое, что интересно, он абсолютно безопасен для двигателя. Накануне представители сочинского филиала Краснодарского центра стандартизации и метрологии провели контрольные замеры. Так, норма соответствия ГОСТу. Хорошо. Теперь, пожалуйста, 3000 оборотов. И оказалось, что применение биокатализатора снижает вредные выбросы в атмосферу на 75-90%. С экологической точки зрения применение биокатализатора выгодно для курортного города. Хотел бы порекомендовать продукцию, чтобы они тоже попробовали. Как-никак более стало больше машин в нашем городе и стала загазованность. У нас как же даже растут дети маленькие. Это влияет на здоровье. В нашем городе компания «Сочи Экспо» – первая организация, заинтересовавшаяся новой линией экологических продуктов для автомобилей. Планируется в дальнейшем провести испытания и на городском общественном транспорте. Ведь ученые доказали, что одна машина наносит вред атмосфере больше, чем 2000 курильщиков. Я как водитель скажу, что у меня уменьшился расход топлива, у меня как будто прибавилось лошадиных сил. Я очень доволен этим продуктом. Я надеюсь, что наша фирма будет использовать биокатализатор MPG. При использовании биокатализатора MPG можно получить экономичный и мощный автомобиль, сократятся вредные выбросы. Это и защита клапанов, поршней и свечей зажигания, устранение образования вредных отложений в камере сгорания. Расход топлива сократится на 20-30%. К тому же биокатализатор всегда защитит двигатель от некачественного топлива. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.